Американский миллиардер и кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что собирается быть непредсказуемым. Выступая перед избирателями в штате Нью-Гэмпшир, эксцентричный политик пояснил, что устал от вопросов о стратегии по завоеванию кресла в Белом доме. И добавил, что хочет быть похожим на знаменитых американских генералов, таких как Джордж Паттон и Дуглас МакАртур. Также Трамп высказался о второй поправке, которая в последнее время вызывает множество споров. Я думаю, что Обама использует свое право на отмену второй поправки Конституции о ношении оружия. Я скажу вам, что это будет неправильным, поскольку нет американцев более страстных и увлеченных, чем те, кто верит во вторую поправку. Трамп планирует потратить до 100 миллионов долларов в следующем году на предвыборную кампанию. Согласно последним опросам, сейчас миллиардер в числе фаворитов. Голосование в США пройдет в ноябре 2016-го.